Полпред Юрий Трутнев также провел в нашем городе ряд совещаний с инвесторами и предпринимателями. Обсуждались антисанкционные меры поддержки и перспективы экономики края и Дальнего Востока в целом. Подробности в материале Виктории Зыковой. Сегодня полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев встретился с представителями ряда крупных предприятий города и края, чтобы обсудить возникающие у них сложности и пути их решения. На Дальнем Востоке с господдержкой реализуются 2600 инвестпроектов. Из них в нашем регионе 110. Фактически инвесторами Хабаровский край вложено 244 миллиарда рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест. 46 проектов уже запущено. Система преференций, которая работает на Дальнем Востоке, прежде всего создана под строительство новых предприятий и расширение старых. Основная задача – это развитие, а для того, чтобы оно осуществлялось, нужно поддерживать рост экономики. Однако с введением санкций сложности возникают как с созданием новых компаний, так и увеличением производительности действующих. Правительство сегодня разработало достаточно широкий перечень мер по поддержке экономики. Это и льготное кредитование системообразующих предприятий, упрощенный налоговый режим для ряда отраслей, декапитализация региональных фондов промышленности, кредитные каникулы для сельхозпроизводителей. В части льготного кредитования системообразующих предприятий в Хабаровском крае таких 21 на сегодняшний день. Работа по предоставлению финансирования ведется. Основная сложность крупных производителей сегодня – цепочки поставок. Задача – помочь в кратчайшие сроки наладить логистику и по возможности заменить импорт на внутреннего производителя. Виктория Зыкова, Андрей Терюхин. Смотри Хабаровск.